Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и, конечно, случайные зрители. Многие из вас уже знают о том, что компания Декотоп проводит домашний конкурс композиций из натурального декора. Под натуральным декором можно понимать коряги, камни и грунт. В конкурсе принимать могут только 3 композиции от каждого участника, и прием заявок проводится с 1 по 9 декабря. С 10 по 14 декабря коллегия судей будет выбирать самую лучшую композицию, а 15 числа объявят победителя. В конкурсе ничего не сказано о том, какой должен быть объем аквариума. Вообще можно его делать в лотке. Для себя я задачу немножко усложнил и решил сделать композицию в 5-литровом аквариуме. Никогда раньше участие в подобных конкурсах я не принимал. Это будет первый конкурс, в котором я решил принять участие.
А на этом у меня все. Спасибо вам за внимание, всего вам доброго и до новых встреч в новых видео на канале ПАР. Пока!